Вот такая у меня сегодня, на первый взгляд, огромная посылка. Но тут два одинаковых товара пришло. Это увлажнитель воздуха. Я такой заказывал уже. Ну, не знаю, вот если найду ссылку сверху, да? Я распаковывал давно, несколько лет назад. Кстати, до сих пор работает каждый день. Так что здесь очень надежная вещь, которую весьма рекомендую. И именно такой же я и заказал. Такого же производителя. Немножко другой вид его будет. Я думаю, что другой вид заказал. А так он очень сапирический. На работе у меня стоит. Каждый день работает. Каждый день выпаривает весь у себя, короче. Так, итак. Так, начнем с первого. Запаковано очень даже хорошо, я бы сказал. Не придерешься. Да, малыши? Нет, думаю, что стоит. Так. Маленькие такие. Недавно ползали по полу. Какой нам 10 лет? Уже ходят, точно. Им уже 10 лет. Они давно только ползали по полу. Уже разговаривать умеют. Серьезно, кстати, я сам не ожидал, что они в 10 лет уже будут самостоятельно. Школу ходят. Вот я второй открыл. В комплекте то же самое. Знаете, почему лучше розовый, чем синий? Для дома лучше вот такого цвета, потому что когда... Это значит служит ночником. Более приятный цвет, более усыпляющий. Так, сейчас. Итак. Вот так вот. Более усыпляющий будет. Легче уснуть, чем под синий. Синий какой-то более яркий. Оно же ночью будет работать. Так, немножко это запыхался пока. Раздевал вторую. Ладно, сейчас я включу, покажу, как это все работает. Кто, может, первый раз не поймет, как это делать. Вот. Переворачиваем, открываем вот эту штучку. Клапан. И сюда вот заливаем. Я обычно фильтрованную воду. Но у нас сейчас не работает стояк холодной воды на кухне. Поэтому я кипяченую. На работе я только кипяченую. Сюда влезает 3 литра воды. Сейчас я... Ну так написано прилично. Не знаю. Мне кажется, намного меньше. Посмотрим, вот кастрюлька у меня, дальше 3-литровая. Так. Ну да, вот почти вся она ушла. Так, у нас вот. И закрываем. Это... Так. Кладка. Вот. Нельзя наливать теплую воду, потому что прокладка на порт. Лучше прохладненькой водички. Сейчас надо будет булькать. Вот. Тын-тын-тын-тын. Да. 3 литра воды сюда точно входит. Ну и сейчас во вторую налью. Не, припасена слишком вода. Так, все, подключил, воды залил. Внимание, включаем. О! Отлично. Смотрите. Вот у нас что. Эх, скачивай. Смотрите, сколько. Блин. Так, надо штатив сломать, между прочим. Так. Кричит кто-то. Смотрите. Вот в темноте это вот так выглядит. Кстати, намного лучше, чем в тени. Красотища, да? Вот все, на этом прощаюсь. Кстати, рекомендую. Работает очень долго. И надежно. И, кстати, и по цене там что-то около 1000 стоит, если брать со скидками. Пожалуйста. Так, сейчас. О, красотень. Розовенькая такая. Красивая-красивая. И пар. Это, кстати, максимум. Можно регулировать и это двигать. Отличная вещь. Рекомендую всем.